В каждой квартире страны проверят газовое оборудование. Такое поручение дал первый замглавы МЧС России Владимир Степанов. Специалисты должны обследовать оборудование на предмет безопасности, а также рассказать россиянам о мерах предосторожности. За последнее время в России прошел целый ряд трагичных взрывов бытового газа. Так, в ночь на воскресенье в Иванове по этой причине погибли 5 человек, и еще четверо госпитализированы в тяжелом состоянии. Аналогичные случаи произошли в Тюменской области и в Рязани, где трагедия унесла жизни 7 человек. Напомним, в прошлом году из-за взрыва баллонов с газом в Красноярске 9 семей на улице Мичурина лишились жилья. Сценарий повторился и на Калинина. Пострадали 3 человека.